Виды дачных беседок, описание, рекомендации, фото. Беседки различаются на открытые и закрытые, а также по форме и материалу изготовления. Виды беседок по материалу – деревянная беседка, классическое исполнение в эко-стиле и единение с природой. К тому же дерево относительно бюджетный материал, и в случае, если владелец дачи сам решит строить беседку, инструмент для этого требуется. Минимальная кирпичная беседка часто отстраивается не только как открытая, но и закрытая для холодного времени года. Кирпичная беседка строится на долгие годы, но при этом весьма затратная на материалы, так как требуется фундамент и весьма недешевая отделка. Чтобы беседка смотрелась эстетично, беседки из поликарбоната считаются самыми дешевыми, при этом простыми в изготовлении. Достаточно небольшого фундамента и простейшего каркаса, чтобы получилось шикарное сооружение. Один из основных плюсов беседки – мобильность, ведь она достаточно легкая и ее можно перенести на любой участок дачи, беседки. Сметово – отличное решение для тех, кто работает с металлом, так как подобные конструкции устанавливаются на любой, даже неглубокий фундамент, а на постройку беседки сметово потратится не более нескольких дней. Благодаря современным технологиям, металлические беседки могут быть не только открытыми, а и закрытыми, в которых можно отдыхать и в холодное время года. Кованые беседки – настоящие произведения искусства. Стоя дороже всех, абсолютно открытые являются идеальным фоном для лучших дачных фотосессий, прекрасным местом для тихого отдыха в тени и лучшим местом для веселых семейных посиделок. Виды беседок по форме – шестигранные беседки изготавливаются из натурального дерева и являются основной композицией в создании высокого стиля на дачном участке. Это всегда роскошная, интересная и уютная беседка, которую хочется окружить небольшим водоемом, красивыми растениями и альпийскими горками. Квадратная или прямоугольная беседка изготавливается из всех материалов и может быть как открытой, так и закрытой конструкцией. Идеальное решение для просторной и бюджетной конструкции, для тех, кто ищет оптимальное решение для своей дачи, беседки навесы. Самое бюджетное решение для летнего отдыха. Могут иметь любую форму, но чаще всего собирают прямоугольную, с колоннами, поддерживающими крышу. Круглая беседка может быть романтической, лаконичной, просторной или уютной, закрытой или открытой. Дополняют композицию круглый стол и лавочки по периметру. Особенно роскошно смотрятся круглые, кованые беседки. Также невозможно не упомянуть о двух направлениях беседок, которые несправедливо были позабыты на долгие годы, но сегодня им снова уделяется много внимания. Живые беседки, как и живые изгороди, состоят из каркаса, иногда выполненного в античном стиле, что добавляет романтизма общему виду дачного участка, а иногда лаконичный и простоватый даже. А вот основа такой беседки – вьющаяся зелень, дикий виноград и так далее, все, что заплетает крышу и стенки беседки – беседка. Барбекю лидирует в последние годы, так как состоит из беседки разнообразных форм, но всегда в центре стоит барбекю, вокруг которого располагаются лавки и столики, благодаря чему можно сразу же есть, не отходя от мангала. Интерьер беседки – идея из фото. Интерьер беседки напрямую зависит от стиля, при этом фантазия дачников настолько богата и разнообразна, что они не только придерживаются определенного стиля в создании беседки, но и миксуют, образовывая невероятно прекрасные сооружения. Основные стили для дачных беседок – классическое решение – это лаконичные линии, отсутствие лишних деталей и вычурности. Считается одним из бюджетных решений, из-за того, что в интерьере не требуется ничего дорогого или эксклюзивного. Восточный стиль набирает популярности в загородных домах и дачах. Весьма затратный, с финансовой точки зрения, из-за дорогого и эксклюзивного для нашего региона стиля, деревенский стиль кажется столь простым и незамысловатым, но дороже классики, так как для такой беседки используется исключительно натуральное дерево, а также ручная резьба, которая оценивается на сегодняшний день весьма солидно. Лесной стиль – отличное решение для дачи с большой площадью, для беседки и декоративного ландшафта или возле лесопосадок. Основное направление стиля – единение с природой, возможность провести время под крышей, находясь в уединении с природой. Подбирая интерьер беседки, обратите внимание на изначальный стиль постройки, так как в деревенском стиле совершенно не будут смотреться подушки с вензелями, а восточный стиль так и вовсе подразумевает исключительно узкую стилизацию с красными подушками, чайными аксессуарами для церемонии и восхитительными фонариками.
Как обустроить территорию около беседки, советы, фото. Дачная беседка – отличная идея для семейного времяпровождения или теплых встреч с друзьями. Но для того, чтобы атмосфера располагала, мало построить и обустроить беседку, необходимо окружить ее оазисом, наполненным красотой и вдохновением. В зависимости от площади вы можете разбить сад, а можете создать небольшой оазис, отделяемый от грядок декоративными кустами или деревьями. Отличное решение – наличие газона и водоема возле беседки. Тут и глаза отдохнут, и если отдых будет с детьми, малыши будут с удовольствием резвиться на травке, пока взрослые общаются в беседке. Также выигрышно смотрятся альпийские горки с многолетними цветущими растениями. Сегодня нет нужды нанимать высокооплачиваемого флориста, чтобы создать шикарные цветовые зоны, так как на просторах интернета множество мастер-классов по созданию таких горок, а в магазинах вы можете купить готовые смеси, которые будут цвести с ранней весны до поздней осени. Растения в кашпо – отличный способ дополнительно украсить беседку, особенно если она выполнена в сухом, лаконичном стиле, а душа требует романтики и нежности. Арки из цветов и вьющихся растений – восхитительное дополнение к ансамблю классической беседки. Обратите внимание на розы, так как они образуют плотную роскошную зелень и любимые всеми бутоны. Световое решение весьма важно, особенно для отдыха по вечерам. Именно оно добавляет неповторимой атмосферы и позволяет проводить в беседке долгие вечера, а может и ночи. О том, что в беседку стоит провести свет, и так очевидно, но помимо основного светильника мы рекомендуем украсить и зону возле беседки уличными фонариками, питающимися от солнечной энергии. И в заключение хочется добавить вдохновляющее видео о прекрасных дачных беседках. Построить беседку не очень сложно, и все вопросы, связанные со строительством и обустройством, компенсируются в первый же день отдыха. Создайте уютно приусадебном участке.